это обследование бесплатно. Риск развития рака молочной железы. Это не значит, что у нас может быть это самое. Ну что может быть у нас? Февраля пройдет день борьбы со злокачественным новообразованием, день борьбы с раком. Поэтому у нас проходят большие медосмотры на территории Чуйской областной больницы, где наших женщин осматривают как маммологи, гинекологи, делается кольпоскопия, осмотр и консультация маммологов совершенно на бесплатной основе. Также с 30 числа по 4 февраля будут осмотрены все женщины, желающие пройти профосмотр в ЦСМах города Бишкек. Наша акция приурочена к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями, и мы решили провести такую акцию среди женщин в группе риска по осмотру молочной железы и шейки матки. Также мы проводим кольпоскопию. На осмотр мы анонсировали, что приглашаются женщины от 25 до 60 лет. Вчера мы посмотрели уже около 100 женщин. 4 человека мы послали на третичный уровень, Национальный центр онкологии. Регулярно устраивать такие акции, акцентировать внимание нашего населения на таких проблемах, потому что, может быть, люди заняты своими делами, или, может быть, у некоторых нет денег даже прийти на обследование. Я думаю, такие акции нужно устраивать регулярно. Вообще, эту акцию анонсировал Республиканский центр укрепления здоровья. Информация появилась в интернете. Акцияны угуп келдик, маммолог врачка кирип чыктым, жакшы экен, жакшы бары. Кудайга шүгүр. Врачтарга чоң рахмат, ушу Минздравга чоң рахмат. Ушундай акциялар көп-көп болуп турса, сонун болмок, элдерге да жардам болмок.